Mixed Nutrition. Ну что, сегодня я пришел в гости к Людмиле Тубольцевой и к Михаилу Сидоровичу. Точнее, Тубольцевой Людмиле и к Михаилу Сидоровичевой. Forever. Значит, специально так говорю, на самом деле. Вот эта парочка прекрасная. Значит, прелюдия будет моя небольшая. Буквально неделю назад нахожусь дома, занимаюсь любимым делом, написанием, так сказать, материалов для нашего портала по бодибилдингу. Вдруг получаю смс, включаю НТВ от Миши, там сейчас меня будут показывать. Но я как бы сижу дальше, продолжаю писать, кричу своей жене Светке, говорю, включай быстрее НТВ, там сейчас Мишаню какой-то передачу будут показывать. Светка говорит, какая передача? Я говорю, да фиг знает, то ли самые сильные, то ли самые знаменитые, то ли самые богатые, точно не помню. Но Светка включает. Передача называлась «У него 60 сантиметров». Да, значит... Короче, скажу так. Мне звонит режиссер и говорит, братан, Цыпленков отказался, болеет, дал твой телефон, выручай, съемка, надо, короче, самую большую группу показать. Я говорю, ну давай, какой канал НТВ? Я говорю, ну что? На НТВ можно, да? Можно, да. Все, подъехал. Разыграли там хрень. Ну как тебе девушка очень понравилась, я так понимаю, масштаб, у которой размер ноги 47-й. Или больше понравилось. Да там которая... все из Сибири приехали, как сговорились. Там, короче, по-моему, 3 или 4 человека с Омска и из Челябинска. Самые-самые. Да, и даже одна с Украины. Я походу один там с Выхи. Так подожди, влюбился в тебя кто? Там сидела такая самая плотная такая. На тебя смотрела глаза. Да. Даже не отводила. Не отводила от тебя взгляд. Самые большие сиськи. Ну ладно, мы не про. Я не про сиськи, а про размер обуви. Про сиськи потом. Причем самое интересное. Что сегодня делали? А, сегодня. Сегодня руки. Нет, сегодня я имею в виду не по тренировке. Сегодня мы были на Первом канале у Малахов. Малахов. Пусть говорят, да. И вот передача была посвящена открытию летнего сезона. Как диета. Спорт, тренировки. Вот, вызвали мотивация. Спортивные пары. Нет, кого кроме вас нам еще можно будет увидеть? Скоромные были. И Шанкин, Скоромный, там даже Женька Клочков среди зрителей. Женька Клочков, это тот самый Клочков, который Женя Клочков. Который Женя Клочков. Крепкий ну, парень. Нормальный парень, кстати. Нет, то, что он нормальный парень, я не сомневаюсь. Особенно, так сказать, зная телефон его адвоката. Хорошо, так про что вы там говорили сегодня? Была семья Шанкина в качестве экспертов. А вы не эксперты, то есть? Мы были герои, мы были семейная пара, которая вместе... Мы думали, вообще передача будет посвящена нам. Мы такие звезды приехали на телевидение. Потому что они снимали у нас дома. Мы с резиночками показывали комплекс упражнений. А там быстренько всех по 5 минут, пим-пим-пим-пим, еще сейчас монтаж. Еще сейчас монтаж. Монтаж и выяснится, что вы говорили то, что вообще не было сказано. В конце передачи там, а теперь Михаил Сидорович Людмила Тубольцева и, извините, мы должны, спасибо вам. На рекламу. Мы должны прощаться с вами, эфирное время на 6 стеклов. Нет, понятно. Самое интересное, там еще были пару девушек до и после, звезды Инстаграма, которые выкладывают на своих страницах, какие они были жирными, а потом они стали такими фитнес-моделями. О, есть такая. Вот, там таких одна есть там вообще супер-пупер какая-то. Несколько, да, вот из Питера приехала девушка очень красивая, Марика Митрасович. Там все классные были. Очень красивая девушка с великолепной фигурой, мы постоянно лайкаем в интернете, в Инстаграме. Она, оказывается, была 76 килограмм, почти 80, а сейчас она 56, то есть она такую вот... Ну, сейчас она не просто столько она весит, красотка. Она еще собирается выступать она на соревнованиях, просто. На Кубке Санкт-Петербурга, насколько я знаю. Я буду за нее болеть. Она молодец. Не, вот. Классная девчонка. Очень красивые девушки были. Саша Версаль из Челябинска приехала с мужем, она сейчас ждет ребеночка, она беременна. Ее прям зовут Саша Версаль? Нет, ее звали Ира. Потому что у меня в друзьях... ВКонтакте есть и Саша Версаль, Ира, Ира, да. Это как ее фамилия? Ну, фамилия у нее, да. Да, я то есть почему-то их два ника, и оба у меня в друзьях есть. И одинаковые фотографии там и там. Миша, может нам тоже переименоваться?
Ты будешь не надо переименовываться, все и так хорошо. Я и так тебя начало нашей съемки и так исковеркал. Мишу назвал Сидорычевой, а Тубальцеву назвал Тубальцевым. Такое исправление. Понятно. То есть сегодня, так сказать, ничего такого существенного. Просто было весело и все. Ну, вся белая, была вообще супер фитнес-тусовка. Мы все там нафотографировались. Все там все повыкладывали, в Фейсбук и в Инстаграм. Так что народ там уже ждет понедельник, и в понедельник первый канал 19:50. Сейчас. Пусть говорят. Они пусть говорят все, а мы будем делать. Понятно. Понятно. Значит, смотри. Секундочку, вас снимают, это самое. Копчик потом нарежу, как надо, вы не переживайте. Вопроса два сейчас будет. Один одному, на мэ, который, другой, который на же. На мэ, какие, так сказать, долгосрочные перспективы на этот сезон? И же тоже на этот готовится вопрос тоже отвечать. Жопа готовься. Не жопа, а женщина. Через две недели Москва. 12 апреля концертный зал «Космос». На день космонавтики, да? Ну да. Потом Россия 26 апреля. Краснодар. Через 4 недели Краснодар. Через 2 недели. Да. 14 мая Европа, Испания, Санта-Сона. Если живой останусь, то еще может мы Прага. Прага. Прага, Олимпия любительская. Начало июня. Правильно, 5, 6, 7. Примерно так планируем. Не примерно, а точно. То есть вот эти 4 становления. Люся, у тебя чего? Девушка под псевдонимом Ж планирует те же старты, кроме Москвы. На Москву я еще не смогу показать ту форму, которую я хочу показать, поэтому я не Ну а как президент? Подожди, стой. Как-то она выходить не будет. А как президент к этому относится? Президент Московской Федерации регулярно наблюдает мои тренировки Марка Аврелия в зале. Так. Вот, он наблюдает мой прогресс. Так. Вот, и он понимает, что... То есть, в принципе, твои действия согласованы, да? Да, конечно. Недавно прочитал, значит, на страницах одного издания такую, так сказать, вещь. Ну, я знаю, что ты, значит, вольный борец, правильно? Вольный борец? За свободу, справедливость. Нет? Африканских племен. Вольный борец? Или что? Чем ты занимался в детстве? Греко-римской. То есть, скажем так, это тем занимался, чем дядя Саша, да? Классическая, да, борьба. Вот. То есть, это греко-римская борьба. Потом, после греко-римской борьбы, что у тебя было? После греко-римской борьбы у меня... Был период просто подвальных качалок, а потом пауэрлифтинг. Пауэрлифтинг. После пауэрлифтинга что у тебя было? Силовой экстрим. Силовой экстрим. Так вот, ты свою биографию, другой ты, дружище мой, нихера не знаешь. Оказывается, в бодибилдинг ты пришел из армрестлинга. Понимаешь? Мэтр советской эстрады, мэтр советского российского бодибилдинга на странице своего издания, я не буду говорить какого, написал, что Сидорычев это армрестлер, который пришел не со стронгмена, так что ты как бы запоминай как свою биографию. Саш, нет, но я выступал на турнирах по армрестлингу, но я не считал. По пьяни-то все выступали по армрестлингу. Да, даже зная случаи, когда по пьяни... У меня был, да, у меня были периоды, я выступал и на чемпионатах вооруженных сил. И масс-рестлингу ты выступал? Я был второй, первый, а масс-рестлинг, а в сумо не выступал? По армрестлингу я... Не взяли, я про серьезный вид говорю. Я говорю, что ты серьезно выступал в стронгмене, правильно? В стронгмене выступал я 6 лет за сборную России в профессиональной лиге силового экстрима. У нас было порядка больше 15 турниров в год. Ну, я помню, да. Я помню эту эпопею. Не, ну вот у меня там медали есть, и все за стронг. Сейчас мы их посмотрим, эти медали.